Также вот играли португальцы с греками неделю тому назад. И здесь бельгиец. Там Марк Вильмас с одной стороны. И Жерж Лейкинс с другой стороны. Он тренирует сборную Туниса. Не падайте в обморок от состава бельгийской сборной. Он мог быть совершенно другим, но и такой хорош. Посмотрите просто сейчас. Да, я потом с чувством, с толком и расстановкой. И еще пробегите глазами вот по левой стороне. Да? С Насером Шадли, Адрианом Янузаем, Нико Ломбертсом, Мертенсом, Лукаку, Витцелем. Эти парни в запасе сегодня. Как и основной вратарь Ливерпуля Симон Миньеле. Вы можете себе представить, какова глубина состава у команды, которую зовут футбольный... Вот этот самый. За цвет футболок и неукротимость нрава, и еще за что-то там еще. Вот, команда Туниса... Ну, в общем-то, я понимаю так, что те, кто накануне смотрел матч сборной России против марокканцев, наверное, примирялись к алжирской сборной. Здесь Тунис. Мне кажется, что эта команда сопоставимая. Они умеют владеть мячом, они умеют играть. Вот, тут достаточно много футболистов. И, в общем-то, не знаю, как будет на поле. А по специализации игроцкой больше похоже на 4-3-3. Сейчас поглядим, как Лейкин ставит сегодня. Ну, нет, все-таки. Все-таки нет. Все-таки не так. Хотя, вы знаете, у меня такое впечатление, что не совсем соответствует действительности вот то, что мы видим сейчас. Потому что тут играют. Ну, Абденур понятно в центральной зоне, да. Масни понятно. Но сдается мне, что не все нападающие тут нападающие, они все защитники. Полузащитники. Короче, давайте с Туниса начнем, коли уж составы пробежали. Фарук Бен Мустафа в воротах, 16 номер. 18-й Ясин Мекари. 20-й капитан команды Аймен Абденур. 2-й номер Сиам Бен Юсеф. 6-й Белель Масни. 8-й Халет Карби. Зуаер Дуауди, 15-й номер. 14-й Хусин Натер. 17-й Иссам Джема. 21-й Хамза Матлуто. И 11-й Фахреддин Бен Юсеф. Главный тренер Жорж Лейкинс, 65 лет, моложаво выглядит. Главный тренер для своих лет. Сейчас обнимался он с Марком Вильмотсом. Ну, много где работал. Большую часть в Бельгии, конечно, и со сборной. Тоже годика полтора. Еще в прошлом веке, с 97 по 99 год. Ну, вот нынче трудится, где трудится. Сборная команда Бельгии. Состав действительно... Этика Мадрид. 19-й Муса Дембеле. Тоттенхэм Хотспур. Вот, пожалуйста, вам Миралес уже в штрафной. Первый в матче угловой, потому как заблокирован его удар. А он в дальний угол катить умеет. Ну что ж, Кевин Миралес, 11 номер. Эвертон. Стефан Дефур, номер 16. Порту, Португалию. Да? Эден Азар, номер 10. Челси, Лондон. Ну и вот Диво Кариджи играет под 17 номером. Еще один нападающий. Он представляет французский Лиль. Здорово. И вот Винсан Компани. Сложнейшая ситуация. Куда спешил, непонятно. Вполне могу подождать, пока мяч на ногу ляжет. Но подобная вот гимнастика, подобная акробатика, она свидетельствует еще и о том, что бельгийцы знают. Сейчас не получилось, получится в следующий раз. И вот эта раскованность им придает ливень. О том, что, в общем-то, голландцы подшучивают над бельгийцами так часто, да? Но мне кажется, что ребята Луи Ван Гала по составу-то не так мощны, как бельгийцы. То есть команда с одним из самых глубоких составов на чемпионате мира. Что там причины? Ливень, эти дожди? Или просто так сложилось урожай? Вот именно... До сих пор я даже замолчал, как-то вот совершенно не к силу. Да, фигура даже не главного, так сказать, тренера вдруг. Даже уж не знаю, что дружит с режиссером, что... Кстати, вот тоже, кроме ноты чуть повыше, мы ничего не видим, но однако не демонстрирует команда Туниса, но этого хватает, даже пока еще запас оборонительных действий присутствует. Но бельгийцы добавят, конечно, могут этот запас поставить под серьезные сомнения. Филлини с третьего раза до мяча добрался, с восьмого, наверное, ударит так, что будет по-настоящему опасно, но это не его вина. Захвалил я, мол, все низом да низом. А низом не получается. Вот пошли передачи вверх, он в штрафную. Что? Все-таки останавливает игру Кашай.
Ну что, подготовка к чемпионату мира идет в условиях приближенных, скажем так, к соревновать. Да, вот это уж действительно. Не дождь, а именно град, потому что, ну, да, такой величины это в градины. И арбитра поймут. Понятное дело, что, находясь в Москве, никаких известий по поводу того, когда будет матч продолжен. Но он будет, потому что по 14 часов град не ходит в Бельгии. То есть вы видите, да, им и собственные умения, и собственный статус, и победа в последних поединках не позволят ни с кем играть, просто вот закрывая, ставя. Все-таки Андерлехт, при всем уважении, это нынешний клуб, да, Ванденборо, это не Наполи. Нынешний клуб Дриса Мертенса. Мне, по правде говоря, интересен был бы выход Ромелу Лукаку вперед, потому что именно вот там отбойного молотка не хватает бельгийцам. Ориджи достаточно был старателен, открывался, долго летит мяч, успеют занять позиции. Дрис Мертенс может отсюда ударить. Ух ты! Ну вот этого надо избегать. Подобное нарушение я никогда не оправдаю сейчас в пылу борьбы, как сейчас Корби сделал. Можно нанести товарищу серьезную травму. А теперь представь на секундочку, что ехать на чемпионат мира тебе, а не ему. Угу. И вот кто-то там подобным образом в тебя пытается въехать. Это хорошо, Дрис Мертенс и находится, да, просто как цирковой артист, в общем-то, ушел от контакта. Но это абсолютно точно агрессивно и грубо было сыграно. Старшие товарищи подсказали, как действовать, но право пробить не отняли. Потому что пострадал Дрис Мертенс, а отсюда может и ворота завернуть, между прочим. Двух человек ставит Бен Мустафа, хозяин-барин, как говорится. Видите, как опасно? Это небезопасный штрафной. Если туда вот выскочил бы кто-то из игроков бельгийской команды, мяч мог в ворота просто вносить. Но если бы мы все знали в футболе и по жизни, где вот тут бы выскочить нужное место, да? Вот теперь, да, Фертонген. Вот Фертонген. Я вам говорил еще в первом тайме, что у него сумасшедшая сила удара. Абсолютно. Просто там важны были геометрические построения. Дергать его с фланга обороны. Сейчас немножечко уже более импровизационная игра идет. Угу. Я тоже так думаю. Это именно так, а не иначе. Мяч не чиркнули вообще по штанге-то. Вот момент. Дрис Мертенс 1-0. На 89-й минуте они все-таки выдавили этот гол. Они все-таки выдавили этот гол. И вот помимо Ромелу Лукаку, помимо да, этого мощного, таранного форварда, многоумеющего, очень может с фланга прийти вот этот проныра, который откроется, очень быстрый, закрывающий мяч корпуса. Набрал. Мяч Дрису Мертенсу оставил. Но тот, в принципе, конечно, хорош бы. И готов бы удружить на сэру Шадли. Пас за пас. Лаверды, так сказать. Но вместо этого паса, который так хотел отдать, Дрис Мертенс. Один час полной жизни. Помните его, Генри? Вот. Да, и гол забил. Пару угловых подал. А теперь получил желтую карточку. Но он абсолютно точно разогнал игру сборной команды Бельгии во втором тайме. Ну а вот и свисток Виктора Коша. И так к концовке матча Дрис Мертенс забил единственный гол.
И эту игру, которая, ну, времени всего грязного длилась очень долго из-за того, что останавливалась в первом тайме, сборная Бельгии выиграла со счетом 1-0, оставив по игре определенные вопросы. Отвечать на них она будет на чемпионате мира. Ну, а я, Юрий Розанов, благодарю вас, уважаемые телезрители, за внимание, коллег, за работу и прощаюсь. До скорых, Бог даст, новых встреч. Всего хорошего. الأولى وتخرج لطفي الرويس وبذكاء كبير ياسر وببرد دم ممتازة يهز الكرة ببردوم الحارس الممتاز البلجيكي اللي طبعا ما ينجم يعمل حتى أدنى شيء مراد محجوب المدرب الوطني برياح ثالوث 56 دقيقة لعب والنتيجة دائما هدف مقابل صفر ومخالفة مباشرة والهدف التعديل هدف التعديل في 11 دقيقة لعب عن طريق يبدو لي بالموتس بل أوليفيرا Austin's had a real nice tournament. Stays with the play, slides this one home, his second of the...